Дорогие друзья, сегодня буду вам обозревать, короче, свой танк и свой мотоцикл. Так, давайте сейчас зайдем вот так вот. Вот, все отлично. И протестируем сначала танк. Мне кажется, очень такой неплохой танк получился, такой боевой, вот даже мигалки есть. Конечно, я хотела сделать, чтобы они просто светили, но у меня я забыл это сделать, короче, и в итоге у меня получилось так, что они мигают. К сожалению, у меня вот эта вот часть, как видите, вот она улетела, и она улетает у меня очень часто. Вот эта фара, типа вот эти вот, видите, желтая. Танк неплохой, противопехотный, то есть, ну, типа, чтобы обезвреживать людей. Там многую технику устроил. Я его не очень долго, на самом деле. Но мне нравится достаточно, хоть я его недолго строил. Там всего 200 деталей, но неплохой такой танк, боевой. Вот, прикольный танк. Сейчас, короче, мы протестируем наш мопед, мотоцикл, не знаю, как хотите называйте. То, что я не дал ему название, вот. Я его сам придумал, то есть, просто на ум делал. То есть, даже не думал. То есть, просто решил сделать мотоцикл, и все. Так, давай сейчас проверим. Да, у меня тоже что-то отваливается. Я не знаю, почему у меня все разваливается. Ребят, объясните мне, может быть, я как-то неправильно соединяю, к сожалению. Я не знаю, объясните мне, пожалуйста, в комментариях, напишите, почему у меня все разрушается. Вот такой вот мотоцикл, видите, вот, видите, как гоняет неплохо, такой лихий мотоцикл. Вот, мне он очень нравится, я часто с ним играю там, потому что мне он нравится, он быстрый как бы, и играть с ним неплохо, так интересно. Может быть, я сделаю КамАЗ, если хотите, я его сделаю, короче, если берете там 5 лайков, вот. Ну, если хотите, не набирайте, но я все равно выпущу, наверное, такой видеоролик. Вот, и почему-то... А, ну понял, нас перекосило. Ладно, сейчас попробуем встать обратно. Так, походу, у нас этого не получится сделать. Я пытался, короче, сделать копейку там или жигули, но у меня не получилось, потому что я не могу подобрать фары. То есть я... Смотрите, вот я нажимаю на такую кнопку там, чтобы поменять форму, да, то есть там, ну, цифрами меняешь. Ну, в итоге у меня ничего не получается, я не понимаю, как сделать такие маленькие фары. То есть я не понимаю вообще реально. То есть я сам делаю, то есть я воображаю просто, ставлю наугад детали, и если совпадает, то это хорошо. Вот. Ну, этому я недавно научился, и я не могу обратно перевернуться. Но мне кажется, нормальный мотоцикл и танк. Оцените, пожалуйста, комментарий, мне очень интересно, как вам он понравится или не понравится. Кстати, вот тут даже номера есть на танке, вот. Вот это трубы, это тут типа знак, то есть, ну, флаг. А, то, что типа обезвреживает. Вот, сейчас покажу. Вот, видите? Вот, и тут типа, ну, вот эта вот штука сейчас, вот эта зеленая, видите, вот это отличается от всех. Это типа, чтобы сидеть на пулемете, то есть, и отстреливаться. Ну, точнее, это не пулемет, а гранатомет, так сказать. Я не знаю, что это за танк. Наверное, это просто такой даже танк не существует, как понял. Я просто наугадываю делать. То есть сам придумываю и все. То есть, ну, это очень легко было построить его. Но на самом деле детали подбирать там надо. То есть, если ты неправильно детали подберешь, получится не очень танк, на самом деле. Потому что я пробовал просто наугад все ставить, и у меня что-то не очень получалось. Я вот недавно начал использоваться вот этими вот деталями. Тут даже решетки есть специальные, чтобы смотреть через них дырочки, вот эти вот, видите? Это типа окошки, но у меня не получилось найти такой материал, чтобы был похожий на окна такие. Вот. В итоге пришлось сделать просто из наклейки, вот. Кто не знает, как клеить наклейки, там просто сейчас покажу, где кнопка. То есть вот сюда спускаетесь и нажимаете, тут поменять можете наклейку, вот, да? Ну а так... Ну, а так, неплохие танк и мопед, или мотоцикл, не знаю. А на этом у меня все. Всем пока, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, обязательно оцените этот танк. Я надеюсь, вам понравится. Всем пока!